Много лет назад мы говорили много об игре, делали семинары по игре. Насколько вы думаете, критическая является игра на этом этапе? Не знаю, играли это сейчас. Я думаю, что мы сейчас уже находимся в состоянии, когда природа обязывает нас делать действия по объединению практически и чувствовать изменения в реальности, а не игру. Мы находимся в состояниях подъема в новое измерение. Да. Вопрос для того, чтобы запустить весь процесс. Не нужно ли пройти через этап игры вначале? Проделайте эти этапы, пожалуйста, делайте в группе. Я только не думаю, что это все еще по-настоящему игра. Может быть, есть там несколько элементов игры, а несколько из жизни. Но мы уже находимся в состоянии, когда природа давит на нас на практике с разных направлений, чтобы оставить наше эго в отношениях между нами и начать относиться друг к другу так, что мы относимся к одной системе. И посмотри, что происходит у нас в этой пандемии, в народе, во всем мире. Если человек не будет считаться с ближним, каждый, без маски, с маской, соблюдая расстояние, не соблюдая расстояние, речь идет об отношении людей друг к другу. Если люди не относятся правильно друг к другу, относятся, не то что делают, действия. Это не важно, я с маской или без маски. А как я хочу оберегать ближнего? Меня не волнует ближний. А мне важно оберегать себя. В этом тут все дело. Так, если я вас правильно понимаю, вы говорите, что этап игры закончился, у нас нет времени на игры и на упражнения. Верно. Мы пришли к действенному, практическому действию. Если мы не будем выполнять активные действия, мы будем получать удары. Не только он, другие тоже. Поэтому это называется поручительство, да? И это поручительство прежде всего в том, что я выхожу на улицу, я вхожу в любое место. Я играю. Во что я играю? Я забочусь о других, чтобы как будто я нахожусь с этим вирусом, не дай бог, но как будто это так. Я не хочу передать его им. Я оберегаю других, не себя. Еще одна вещь. Я вчера говорил с товарищем об этом вирусе. Он не в пути. Он сказал, мы пришли к состоянию, когда ничего нельзя планировать. Ты не знаешь, что будет завтра. Мы войдем в карантин, не войдем. Верно. Вы в свое время сказали, что мы ничего не сможем знать. Утром встанем, и через час вещи изменятся и заставят нас выполнять совершенно иное. Это часть состояния, когда мы не знаем, как действовать? Это пока еще нет. Это будет именно так. Я рад, что это происходит. Я думал, что мы все-таки сделаем такие действия, когда мы начнем видеть эти вещи более реально, с пониманием, осознанием, ощущением. Правильным. Но я вижу, что люди находятся просто в беспомощном состоянии. Все, от глав правительства до простых людей, они не знают, что происходит с ними, а так. Пригибают голову и все. Жаль. Человечество, мы в проблеме, потому что мы должны распространить методику исправления. Мы обязаны покрыть весь мир сетью поручительства. И
Удается ли нам хоть чуть-чуть это делать изо дня в день? Еще и еще, да или нет? Это зависит от связи между нами. Там поручительство обязано быть просто конкретным, все больше и больше ощущаемым. И как от этого мы начинаем действовать во всем человечестве. Если нет, мы находимся в беде. Это придет во всяких других формах. Это придет в виде ударов, экономики, общего здоровья, раздоров, разных войн. Надо поторопиться, друзья, я вам говорю. Мы обязаны торопиться. То, что я говорю, что коронавирус не оставляет нас, придут другие вещи вместо этого, но это все время будет расти и расти. Мы вошли в процесс, когда все эти беды, которых мы ощущаем в нашем эгоистическом желании, в конечном счете обязаны поднять нас на духовный уровень. Обязаны. Если мы не хотим сами туда подняться, или хотя бы чуть-чуть сами тоже, будут толчки очень тяжелые сзади, на семьи, на народы просто. Я вижу эти вещи, что они происходят угрожающим образом и очень... Жаль видеть человечество и народ Израиля, и все народы, насколько они бедные, не понимают, не хотят услышать. И насколько мы тоже не чувствуем ответственности за это. Это проблема.